На защиту прав каждого гражданина юрлиц Ульяновской области выйдут правозащитные центры. Это новый проект партии «Единая Россия» и Ассоциации юристов Ульяновске. Первый шаг в реализации совместного продукта – подписание соглашения о сотрудничестве. Дал добро на работу и глава региона Сергей Морозов. Это соглашение отвечает основной миссии обеих подписывающих сторон – всемирное обеспечение социальной справедливости и защиты прав граждан. Это будет по-настоящему такой, я бы назвал, такую скрепу, такой сплав и политической воли, и огромного, просто глубокого профессионализма, и огромного опыта правозащитной деятельности. С инициативой создания на базе региональных отделений правозащитных центров выступил Дмитрий Медведев на 19-м съезде партии в Москве, который прошел на минувшей неделе. В пилотном режиме структуру по оказанию юрпомощи заработает в декабре в областном центре на базе центрального офиса партии. А уже с Нового года подобные центры будут принимать обращения граждан в каждом муниципалитете. Правозащитные центры от обычных юридических консультаций, от обычных, может быть, приемов граждан с депутатами совместно с юристами будут отличаться тем, что мы будем брать в работу проблему человека от начала до ее положительного, подчеркиваю, завершения. Правозащитные центры в ежедневном режиме будут отстаивать интересы, защищать права как физических, так и юридических лиц. Правда, точная система работы на 2020 год, как поясняет региональный лидер единороссов, скорректируют в конце декабря, исходя из возможностей всех участников. Должен быть минимум день в неделю, два дня в неделю, где лучшие вот наши юристы, адвокаты, депутаты, а значит, в режиме, допустим, 3 часов принимают те обращения тех людей, которым нужна помощь. Причем не только физически принимать, чтобы люди пришли. Сейчас цифровой век, да, мы обязательно интерактив включим. Бесплатная юридическая помощь жителям региона оказывается с 2006 года. За это время Ассоциация юристов проконсультировала и помогла более 100 000 человек. Как показала практика, жителей в первую очередь интересуют жилищные вопросы, а также вопросы пенсионного и социального обеспечения. С 2017 сотрудники Госюрбюро есть в каждом районе. Сегодня в регионе работает свыше 350 пунктов юридической помощи. Очереди сейчас, конечно, у нас практически нет. Единственное, что могу сказать, что очередь у нас бывает в Инзенском районе, хотя у нас там работают 3 специалиста, но там граждане очень активно пользуются бесплатной юридической помощью. Помимо прямого общения с юристом, помощь можно получить по телефону горячей линии 8 800 100 ровно 1384. Также оставить заявку на сайтах бесплатнаяюрпомощь.рф и претензия24.рф по вопросам защиты прав потребителей. Наталья Улова, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ.